Девчонки, собралась, кленчики за кабачком. Варя, есть кабачок? Она есть. Расческу взять. Варя, огурцы есть? Есть. Варя, ща приду. Блин, иду в халате, на коленке обула, и прям жир весь собрался, где ляхи. Не натереть бы. Так, к часу вообще должна была завтра идти подстригаться, но я позвонила, заодно на дачу собралась. На сегодня, короче, окошко есть к часу, еще подстригаться пойду. Все, почалила. Что-то я выскочила, зонт не взяла. Здесь дождь моросит. Так прямо это свежо, хорошо. Дожила. У детей харчи забираю. Мамаша, блин. Горе мамаша. Вот. Один, второй на коленях. Кто-нибудь посмотрит, скажет: мам, дорогая, что с ней? Дождичка идет, и солнышко светит, а все равно лужа. Хоть там жара, не жара, а не успевает сохнуть. Ладно, иду, девчонки. Ой, девчонки, я побрала Леночку, я вон искупалась, а то идти парикмахерскую. С меня вот в чем прикол, девочки, не пила воду, когда не было такого пота. Сейчас из меня вот все, вот лицо, с меня просто льется вода. Но мне кажется, это хорошо, да, если не ошибаюсь. Я-то, в принципе, не в курсе. Взяла вон кабачок. Но уже половина. Капусту она, Леночка, мне отдала. И огурцы сделала. Девочки, знаете что? Салатик себе на обед. Сейчас приду с парикмахерской, там, с магазина. Буду обедать. Вот не знаю, охота какой-то кашки. А у меня булгур нету. Сейчас, если булгур куплю, еще булгурчику отварю. У меня просто холодильник. Я хочу салат. А у меня в холодильнике на гарнир тушеные кабачки. Ну, точнее, как? Поняли, я хочу кабачок, салат. И что ж мне есть тушеные кабачки со свежим еще кабачком? Это вообще тогда будет трындец. Ой. Поставить телефон. Ой. Штатив, гляньте, какой салатик. Кабачок, полкабачка, петрушечка, грамулька соли и чайная ложечка душистого масла. Блин, это реально вкусно. Я даже не думала, что салат, что свежий кабачок, он вкусный. Даже я уже попробовала. Ах. Уже хочу поесть, хотя можно поесть. Время уже 10 минут первого, но, блин, идти все в дорогу. А у меня одно место, оно такое неспокойное. Сейчас посмотрю, булгур у меня есть или нету. Так, шиш. Да, в принципе, можно гречки сварить. Но булгур сану надо купить сегодня, если не забуду. Ой. Ладно, посмотрим. Возможно, я себе даже... Да, невозможно, а гречку сварю. Угу. Да. Даже с тушеными кабачками гречка будет очень даже себе вкусно. Я тут, если бы вы видели, я дома чем занимаюсь. Вчера шагомер скачала. Кстати, спасибо девочке на Дзене за подсказку. Вот, скачала. Прям так классно. Ой, а скачала вечером. Я вчера весь вечер. Короче, 1600, почти 1700 шагов намотала вечером, представляете? Хорошо, говорю, соседей нету надо мной. Ой, подо мной, подвал. А то бы я их нам замучила своим топтом и бегала. Надо как-нибудь показать. Становлюсь вот так, наклоняюсь. И вот, поняли? И вот такой ходьбой занимаюсь, только быстро, как бегаю.
Так классно, прикольно. Насколько меня хватит, правда, вопрос интересный. Много девочка на YouTube пишет, девчонки, хватит худеть, типа того, ты нормальная. Не, девчонки, надо немножко, вот чуть-чуть. Я, в принципе, сейчас 75 у меня. Ну, блин, ну хотя бы там 72 сделать килограммы. И чтобы он не полз, не набирался. Я набираю, понимаете, в чем проблема? Я почему-то худею тяжело, а набирается он просто, там вообще, я не знаю, с бешеной скоростью. Поэтому, ну, немножко надо себя привести в порядок. Может, и суставы мои будут более-менее как покрепче. А то, он, говорю, упала, блин, и встать не могу. Это вообще 48 лет встать не может. Нормально? Там не говорят, что я выпившая была. Не из-за этого. Говорю, я и трезвой падаю. Понимаете, в чем смысл? И так же встать не могу. Потому что надо на колено перевернуться. А как, если колено разбито? Так что вот так. Ладно, красавица, пойду сейчас подстригаться. Покажусь вам. Хочу покороче. Хочу вот это сзади вообще, чтобы она мне прям сняла. Так жарко. Вот. Короче, подстригусь и встретимся еще с вами, побалякаем. Девчульки, как? Покороче попросил. Видите, вот тут вообще прям коротко подстригла. Но я сама так сходила, попросила. А то мне вот эти кудряшки завиваются. Короче, ребят, иду в магазин. Гуляйте, блин. Лепота. Красота. Ветерочка. Вообще хорошо. Видите, вот эти машины. Машины. Лёд, страшно. Уже пришла. Чеснок пойду сейчас зайду. Не, пойду в светофор. Я посмотреть хочу этот фильтр. Вроде бы Леночек там видел, да там прям дешевые. Пойду возьму. Пойду гляну, если есть, то буду. Я дома, мокрый, как мышь. Бегал, все, фильтр искала. Светофор нема, купил Добростроя. Ну, местные девочки знают, конечно, где это. Ой, Добростроя взяла. Пакет тяжелый. А самое главное, что купила, сейчас покажу. Еле донесла. Смеяться сейчас будете ведь надо мной, над Колемой. Сейчас, девочки. Телефончик поставлю на штатив. Тик. Тик. Ой. О, господи, Любка. Знаете, как куртка подстриглась. Я так захотела. Очень жарко. А мастер Галинка, любой каприз называется, она все сделает. Ну хорошо, мне нравится, прям хорошо. Так, что купила? Смех да грех. Фильтр. Надеюсь, подойдет. Дай нам стандарт, написано универсальный. В чижик зашла. Это шла пила воду. Вот, вот скажите, зачем я воду купила? Я ж фильтр купила. Раз бутыль, два бутыля. Раньше пив таскала баклажками, а теперь воду. Так, конечно, пакетик понатырила. А как без этого? Сейчас, селедку купила в чишке. Селедка – это самое полезное, что может быть. Селёдочка хорошая вот это. Купил селёдочку. Вдруг когда-нибудь захочу. А я уже ее хочу. Хотела купить булгур. Не было. В светофоре посмотрел. Нету. Чишки тоже нету. С пакетом больше уже никуда не попёрлась. И два сыра. Ой, творога два.
Жирность, о, какая мокрая, с меня вот льется. У меня в срок такого не было. Жирность не пойму какая. Сейчас возьму очки. Я стою, слепая, не вижу, там женщина постарше меня. Вы не видите огня. А давайте я попробую посмотреть. То уж так, более-менее увидела. Чеки. Сейчас возьму очки. Мне интересно состав этого творога. Творог, а как правильно? Какая разница, как я говорю? Творог, творог. Вы меня все равно понимаете. Все с меня льется. Ой, господи, сразу стирать. Не могу прям, не могу. Куда же я очки? Я только свои очки прячу. Он их натягивает на свой нос длинный. Боюсь, сломает. Тогда гляжу, в моих очках сидит. Говорю, здрасте, приехали. А вот очки одевает, у мамки вообще другое зрение. Он и ее очки, и мои. Говорю, господи, говорю, вот нет бы проверить зрение. И для себя, ну, так, заказать очки. Вообще, учительница, да? Такая красивая. Так, это что у нас тут, чижик? А, нет, это 279 рублей, девочки, стоит этот. Хрен, ну поняли. Фильтр. Не знаю, видно вам, не видно. Так, как он называется? Картридж. Ой. Гейзер. Господи, как он называет? Картридж, правильно. Так. Чижик. Вода питьевая 39, 39, это две баклажки, 22, это маленькая водичка. Творог 59, тоже два штуки. Сельдь 144, 362 рубля потратила в чижике. Вот, а теперь мне салон состав посмотреть нужно. Так, творог обезжиренный, с массовой долей жира менее 1,8. Даже меньше 2%. Отлично. Состав обезжиренный. Молоко, закваска молочная, кислых культур. Так, продукт готов к употреблению. Количество молочно-кислотных микроорганизмов. Что-то кое-где. Один ГГ. Короче, это я ГГ. Я не понимаю, так, что тут-то? Пищевая ценность, белок. Ой, блин, плохо вижу. Так, 100 грамм продуктов, по-моему, 18 белка, жира 0,5. А тут же не что? А, калорийность на 100 грамм 90 килокалорий. Энергичная ценность, это КДЖ 380. Короче, 90 калорий вроде, тут прям мелко-мелко. Не поняла, углевод что ли? Углеводы, нихера себе. А что, разве в твороге есть углеводы? Я об этом даже не знала, честно говорю. Углеводы 3,5. Охренеть. Я почему-то думала, творог это чисто белок. А и жир. Не там-то было. Девочки, может быть, это творог такой? Кто знает, напишите. Вообще, в твороге должен быть углевод? Я правда не знаю. Напишите, пожалуйста, кто знает. Сейчас этот нужно поменять. Картридж. Водичку слить. Ой, как все с меня льется. Я не знаю, вам видно, не видно. С меня просто вот ручьем все. Это вообще прям... Ой. Классно погуляла. Так прошлась. Давно так косточки свои не мяла. Прям вообще. Дышла-то прям даже с пакетом. Пакет тяжелый, а я... Не срезала, шла как положено.
сполоснуть руки. Это слить. Водичка чистая. Мы ее попьем. Детишки. Так. О, поняли, да? Если я не ошибаюсь, картридж нужно первую воду выливать. Надо почитать, как им пользоваться. Я сейчас налью и почитаю, уже без вас. Ух, какой, прям налет такой, капец. Ого. Сполоснуть. Не дорогие эти, как вы. Вместе с этим с чайничком. Там по 500 с чем-то были. Вот, я имею в виду с этой штукой. Я думаю, это недорого. Творог поставить в холодильник. Так, девочки и мальчики. Сейчас одену очки. Ой, господи, а! Все на иностранном языке. И вот пойми. Не более 3 месяцев использовать. Ох, ё-моё, взяла, оторвала. Где способ применения-то? Удаляет ржавчину, механические примеси. Короче. А где способ применения? Что-то мне кажется, первую воду нужно сливать. Я до этого покупала, там было так. А может, этот не надо первую воду сливать? Нашла. Не написано, что нужно. Вот, дата выпуска. Так, вот. Вскройте индивидуальную упаковку и достаньте картридж. Верните картридж в приемную воронку по часовой стрелке. Не прилагая для этого чрезмерные усилия. И вот срок хранения. Все, что. Значит, первый год не надо сливать. Я не увидела. Ой, а вы с ней помру, если даже не сандвич. Но я не увидела. Так, а как надо уже забыла, как он стоял. По часовой стрелке как? Такая пестовость. Ну. А, вот так. Что-то у меня нифига не крутится. Не поняла, он что, не на мой?
Серьезно, он не крутится. Купила блинацкие, а. Ну-ка этот. Этот вот закручивается. Ведь, блин, написано универсальный. Ёпонатый городовой. Ни хера не подходит, а. 300 рублей выкинула. Ой, зараза. Он не подходит. Вот вам и это, универсальный. Где он универсальный? Хера. Бляха-муха. Как тут не ругаться? Вот тебе и вся любовь. Он меньше моего. Зараза, а тоже мне его теперь назад. Я его распечатал, никто и не возьмет. Ну что, кручу. Крути, не крути, хрен подходит. Так расстроилась. Ох, 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 ох. Ладно, попробую поменять. Ну, навряд ли поменяет упаковка, если это вскрыто. А как бы я еще проверила? Не вскрываю никак. Господи, это мой. Да, он. Они разные. Ладно, завтра попробую. Чек есть. Так что вот так, девчонки. Купила и не подходит. Пока и этот вкручу. Что мне? Выбор нету. Мне надо было дури открутить. А что дури? Там продавцы ни хрена не ходят. Это, не подсказывают. Сам ходишь и выбираешь. Что толку-то я подкрутила в коробке? Я что увижу? Это надо... Вот. Ладно, все, девочки. Буду себе готовить обед. Я уже проголодалась. Время без 23. Люблю, целую, до новых встреч. Маленько я расстроилась. Ну ладно.